Этот волнительный день в белореченских школах начался одинаково – с торжественных линеек. Уроки и домашние задания – это все завтра. А сегодня праздник – время отмечать начало учебного года. На линейке в 5-й школе побывала наша съемочная группа. Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких учеников, самых модных, самых перспективных и подающих большие надежды первоклассников. Такие нарядные и совсем взрослые торжественную линейку в 5-й школе открывает шествие первоклассников. За руку с учителем шагают будущие врачи, инженеры, а может быть даже и космонавты. Сегодня для этих ребят волнительный праздник, и они его главные герои. Лучшие ученики школы – сама серьезность. Еще бы, они – пример для подражания. Сегодня у них особая роль, а в перспективе в их руках – будущее Белореченска, нашего района и страны. Ученики и их родители, педагоги. День знаний объединяет всех в одну большую семью. Правда, этот праздник, он у каждого свой. Для взрослых и для выпускников с ноткой грусти. Плавание по бурным волнам знаний, уроки и контрольные – это все завтра. А сегодня цветы, улыбки, добрые напутствия и слова благодарности тем, кто помогает школе делом. Хочу сказать всем, кто сегодня присутствует на нашем празднике и кто принял огромное участие в том, чтобы мы начали спокойно этот замечательный учебный год. Спасибо родителям, которые каждый день приходили ко мне и вместе со мной переживали все моменты, которые были связаны с тем, чтобы сегодняшний день открылся вот так, с радостью. Звучат поздравления от депутата районного совета Тимура Татьянченко. Оказывается, у каждого взрослого свой рецепт, как успешно учиться в школе и сдавать все на отлично. В Священном Писании слово «не бойся» повторяется 365 раз на каждый день года. Поэтому самое главное – не бойтесь. То ваши радости и успехи – это радости и успехи ваших педагогов. А ваши неудачи они воспринимают как свои неудачи. Поэтому пусть будут радости и успехи. Всем помощи Божьей. На торжественной линейке вручили награды отличившимся ученикам, грамоты, удостоверения, знаки местного отделения ДОСААФ. А еще к праздничному дню сами школьники приготовили творческие сюрпризы. Первоклассники тоже не остались в стороне. Я учил с усердием буквы и довел до блеска счет. Сильно хвастаться не буду, но Гарри Поттера прочел. Что заберут с собой сегодняшние школьники во взрослую жизнь? Побольше знаний, чтобы хватило для поступления в вуз мечты. А еще лучших друзей, а может быть и первую любовь. Ну а пока вновь школьные будни. С этой минуты в жизни каждого ученика начинается новая глава. Какой она будет, зависит только от них. Людмила Ваченко, Сергей Чернецов, «События и люди».